Сегодня второй день международной выставки «Интурмаркет-2017», в которой участвует и наша республика. Ингушский стенд вызвал повышенный интерес среди участников и гостей выставки. Делегация от республики представила национальные блюда, оригинальную культурную программу, сувенирную продукцию, ингушские бренды, туристические маршруты. Уже подписали ряд соглашений в сфере туризма. Завершится выставка уже завтра. В рамках деловой программы вчера у меня состоялось подписание соглашения с одной фирмой, «Экспо», ООО «Экспо». Они будут реализовывать наши гастрономические туры. Потом также я договорился с военно-патриотическим клубом города Краснодара. У них есть такая хорошая практика, хорошая работа по реализации военно-патриотических маршрутов. Я им предлагаю реализовать наш маршрут, утвержденный комитетом по туризму, по местам боевой славы, по городу Новгородбек. Они где-то в апреле, в мае или в рамках этих договоренностей к нам приезжают и в Рим начнут конкретно непосредственно работу. Сегодня с утра я только что еду в совещание Ростуризма. Вчера было итоги вчерашнего дня. Подвели на том, что Ростуризм наградил несколько регионов, таких самых активных, которые очень сильно себя проявили и очень широко выставились. И их числе была и Ингушетия наша.